Ну, вначале вот такая ситуация, как бы объясню вам без комментариев. А теперь вот такая. Как это возможно? Только не говори никому, что мы с Костей вдвоем сидели в кафе. Реально, они вдвоем сидели в кафе. С Костей Пьюковым я зашла, они вдвоем сидят за столиком вот так. И выпивают водку. Что это значит? Я ему ромашки подарила, смотри. Женщина дарит теперь на свидание в цветы. Господи. Обожаю Костю. Константин. Да, здравствуйте. А мне кажется, что вы слишком часто с вами встречались. Нет, мне так не кажется. Вы просто меня преследуете и все.